Любомир. А, всем привет, с вами Любомир, это игра Scrap Mechanic. Что такое, что ты меня разбудил? Началось. О, точно. Ребята, всем здорово, с вами Любомир. Сегодня со мной Владимир Москвич, и он, как вы знаете, любит что-нибудь обязательно разобрать. И также в качестве научного технического консультанта сегодня с нами Джимбо. Прошу всех приветствовать, бурные продолжительные аплодисменты. Так, короче, ребятки, сегодня у нас на разборе будет и на обзоре вот эта замечательная колонка JBL. Потому что JBL это другая немножко фирма, а это все-таки JBL. Потому что стоит она $10. $10. И это будет очень интересно, потому что Владимир Москвич, как вы его знаете по каналу Разбиратель, он уже много чего у нас разобрал. Можете посмотреть его серии на канале Любомир Лайфстайл. Ну, а мы будем потихонечку начинать, посмотрим, что у него внутри, почему она так дешево стоит, и попробуем ее немножечко отремонтировать. А колоночка действительно классная, колонка моего брата, поэтому подпишитесь там, сделайте все, что надо. Разберем? Разберем как виде. Надо, в лучшем виде. Все, короче, погнали, что там нажимать. Так, ребятки, значит, с чего начнем? Прежде чем начинать, мы, во-первых, не знаем, как ее разбирать. Смотрите, в чем дело. Значит, тут какие дела? Колонка абсолютно без болтиков. Никаких здесь, куда тут отверточку-то сунуть? Какую? Слушай, а может, китайцы просто взяли и залили целиком пластмассу? Да, и только разбиратель может ее разобрать, нет? Разбиратель, думаешь? Какие инструменты предлагаешь сегодня использовать? Ну, у меня есть колун 500 и топор 1300. Давай что-нибудь все-таки. Топоры, это уже знаешь, как мы в прошлый раз, когда ты разбирал... Прошлый век. Да. Монитор. Монитор, что-то он потом плохо работал после этого. Поэтому давай как-то по-другому все-таки. Давай более деликатные инструменты. Доставай. Угу, показывай. Так, отверточка. Значит, будем пробовать и все это подковыривать. Что еще? Что еще ты что нам сегодня привез? Показывай. Так, еще у нас есть вот такой вот зажим 1700. А что он там? Encore 1700 за 70 Т выдерживает. У-у-у. Хорошая штука, так, дальше. Ну и пока что хватит, да? Больше ничего чтобы не придется. Расковырять хватит. Так, значит, и теперь мнение эксперта. Джимбо, что скажешь? Как мы ее будем... Я думаю, надо попробовать ножки сначала снять. Итак, ребятки, значит, Джимбо предлагает подковырнуть ножки в качестве научного и технического консультанта, и мы подковыриваем ножки. Это немножко не подковыривается. Пробуем подковырнуть... Да ёп! Их перны. Их тараканы держат. Любят. О, тихо, тихо. Там Похуха. Таракан держит. Опа! Что мы видим? Нету болтиков тут. А я говорил, что тут болтиков нету. Я молчал. Так, значит, нет, ножки. Ну да, мы их все равно будем убирать, эти ножки. Значит, первое не прошло. Разбиратель, что ты думаешь, как ковырнуть? Мне кажется, что эту колонку изнутри держат... А ты еще? Держат китайские тараканы. И не так просто ее разобрать. Блин, ну это сложно. И теперь мое предположение. Давай еще, Джимбо. Снять боковины сначала. Ага, боковинки, он думает, снять. Попробуем. Подожди, подожди. Она снялась. Она реально снялась, прокрутилась и снялась. Ага, хорошо, ладно. Ребят, давайте тогда и вторую отковырнем уже как-нибудь. Ребяточка, попробуй тоже. Не надо, она не прокручивается. Немножечко бензинчика. Немножечко бивня мамонта не хватает. Она не прокручивается, поэтому я ее буду вот так вот ножичком. А почему я не перехожу на ту камеру? Потому что она лагает, та камера. Смотри, тут же такие же самые штучки, вот. Значит, на самом деле я уже знал. Я специально у них спросил. Я уже знал, я уже, видите, здесь вот уже отклеил. Тут все приклеено. Вот, одну половинку я отклеил, я уже это отсоединял. Какой хитрый. Но давайте-ка еще раз спросим наших научных консультантов-то. У Владимира Москвича, которого знаете по разбирательству, и у Джимбо освобожденного обыкновенного. А как же нам разобрать дальше, если смотрите, под низом вот такая вот фигня. Сейчас покажем на рабочий стол. Смотрим. Давай, давай. За... Ага, вот-вот. Мы видим там динамик. Динамик очень большим магнитом. Видно, да? Элементами питания там и не пахнет. Это просто пустой бочонок. Пустой бочонок. Но играет он, кстати, достаточно неплохо. Да, давайте послушаем, как он играет, прежде чем его полностью дербанить. При том, что, несмотря на то, что его мы практически сейчас полностью раздербанили, мы все равно услышим, как он играет. Включается он просто, сзади такая чпунькалка. А, у нас есть флешка, кстати. Мы вставляем сюда флешку с музончиком. Но единственное, что долго не будем, авторские права, чтобы не... Будюк и... Не...
О, пошла. Ну, короче, и валит. Ну, довольно-таки громко. Громкий звук валит. Все. А то авторские права будут. Какой смысл в нашем разборе? Значит, к нам обратился товарищ, который попросил... Мой братанчик. Братан, да. Который сказал, что ему хватает вот на несколько танцев этой колонки. Да, и две песни, после этого и все, она, разряжается. И Любыч предложил увеличить емкость аккумуляторов. Да, например, поставить, вон, покажи, вон, ICR-18650, вон, подай вот тот аккумулятор синий. Вон. Ну вот, смотрите, вы все знаете аккумуляторы ICR-18650, вот ходовые. Такие вот, да, самые такие ходовые. Так, ну что, давайте дальше разбирать. Значит, с одной стороны я отковырнул, теперь будем, чтобы не промахнуться, отковыривать тоже со второй стороны. А, и они еще до сих пор, вот эти вот граждане, не предложили, как же вот это все дело дальше разобрать. Хорошо, вот тут я отковырну, тут отковырну. А как рассоединить две половинки? Решетку вот снимать надо. Ну смотри, какой проницательный. Эксперт. И эксперт. Тут нам подойдет не вот этот инструмент, этот инструмент нам еще понадобится в будущем, а вот этот. Поехали. Делается это вот так. Чпуньк. 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 Аккуратненько. Чпуньк. И это дело снимается. Оттуда вываливается вот такой валенок. Кстати, а теперь я показываю, для чего нужен вот этот инструмент. Потом мы это все дело вот так подравниваем назад, чтобы то, что мы отверточкой погнули, чтобы оно не торчало. Дабы не испортить эстетику. Кстати, насчет оригинального динамика в JBL. В оригинальных там вокруг идет материал, и этот материал даже больше, наверное, портится, чем вот этот металл. И мне больше как-то с металлом нравится. Ну это уже кому как. Внутри тут идет вот такой валенок небольшой. Вот такие вот динамики. Звучат они говененько, потому что они очень жесткие, поэтому у них басы слабенькие. Ага, ты понял, как они тут устроены, да? Так получается, вот эти болтики сейчас надо откручивать? Нет. А все, погнали. Откручиваю. Ага, так я сейчас откручу, надо же, прежде чем откручивать, надо же отлепить эту фигню. Боковуху. Мембранку отлепить, хотя бы с одной стороны. Они, я так понимаю, на клею, да? Да, я с одной стороны уже отодрал. Отодрал. А бы не отклеил. Так. Микрофенчу берем. Как-никак, они скопировали оригинальную JBL, но она играет. Не, она не, ты что, она совершенно не так устроена, как оригинальная JBL. Оригинальная JBL разбирается, а это не разбира... Что? Нет, резьба срезана, алло. Срезали резьбу когда? Так я, мы же ее не сможем разобрать. Ты что за бивенство? Не могу скрутить. Ну и конец видео. Конец видео, а, ребята. Разбирайся. Проверим. Ай, да что. Смотри, ты... пошла. Вот. Пошла, просто, вон, да, просто, ребят, я вам открою секрет один. Нужно физическое вмешательство. Вот она, силушка там богатырская. Ну-ка. Слушайте, ну китайцы. Что там? Ого, нифига себе, смотри. Китайцы загнули. Вот основная проблема. Видна невооруженным глазом. Да. То есть это один элемент питания. ICR 18650. Вот что мы, кстати, не ожидали. Мы думали, что тут... Ну, я, по крайней мере, думал, что тут... Китайский песок еще будет. Нет, я думал, что тут вообще батарейка какая-то левая. А тут, оказывается, 18650. Давай-ка ее сюда. Ну-ка, а может она сюда станет, да и закроется. С двойной. Опа! Теперь она не закроется. Ну, думаешь, не закроется? Попробуй закрыть. А эту в бок вот сюда уберем. Попробуй собрать. Ну-ка. Посмотрим. То есть еще вариант такой можно было бы переделать на... Да, она мобильный, не закроется. На мобильные аккумуляторы плоские. Лицо, но они все равно сюда не влезут. Только если вольтовые. Вот и... Только если получается вот эту вот часть, вот здесь, смотри. Вот тут вот. Вырезать. Да, вырезать и это вставить. Но тогда вот по центру здесь не будет никакого зажима и как бы будет хреново. Ничего страшного. То есть можно по идее вот тут вот эту часть вырезать, сюда вот его вот так бок загнуть. Но и плюс к тому вот эти аккумуляторы, они более мощные, я так понимаю, потому что вот это у нас LG.
И они с ноутбука. Это достаточно хорошие аккумуляторы. И они очень даже неплохо держат заряд по сравнению, вот, наверное, с этим. С неизвестным аккумулятором. Кстати, да, можно вот заметить. Насчет этого аккумулятора сейчас кое-что скажем. А что тут говорить-то? Говорить-то нечего особо. На самом деле. Аккумулятор-то. Аккумулятор-то на самом деле этот. Не огонь. Не огонь, так если получается. Если он так быстро. Выражат. Значит, у нас есть такое предположение, что или, во-первых, или этот аккумулятор хреновый, или сама по себе вот эта плата потребляет очень много тока. Ну, значит, смотрите, мы можем сейчас что сделать? Во-первых, я предлагаю отрезать вот эту вот защиту. Сейчас ее отрежу. И покажем. Ну так, и посмотрим, что здесь за аккумулятор, вот по сравнению с этим аккумулятором, посмотрим. Ваши предположения? No-name. Твое предположение? LG, Samsung или No-name? Нет, это будет левый производитель, это будет полупесок. Полупесок? Но он тяжелый. Тяжелый? Да, он тяжелый. Он тяжелый, реально. Нет, он не тяжелый. Вот это. Нет, так это же два. Тут два. Да, ну. Все, смотрим. Это космос. Там батарейка космос, ребята. Смотрим. Так, и... Подожди, это выбрасываем. Переворачиваем. На счет 7. Раз, два, 7! А, ни черта нет вообще. Игорян был прав. Вообще no-name. Вообще no-name. Значит, что мы будем делать? Замерим вольтаж. Хотя давай померим вольтаж. Ну-ка давай сюда мультиметр. Это будет интересно. Мультикилометр берем. И смотрим, какое здесь напряжение. Это все-таки ICR-18650, и тут 4 вольта. Ну, а теперь давайте... Не, я уже знаю, что это все классно, потому что на самом деле ICR-18650, когда она полностью заряженная, у нее 4 вольта. Единственное, что с ней можно сделать, это проверить ее емкость, потому что, смотрите, в обычной ICR-18650 она тоже, вот эта уже немножко разряжена, 3,6 вольта, да? Но я ее давным-давно уже в этот аккумулятор не заряжал, а вот эта заряжена, и у нее 4 вольта. Все на самом деле очень даже правильно. Значит, что можно сделать? Это убирай пока. Можно сделать следующим образом. Ее взять и измерить ее емкость с помощью специального прибора, которого у нас нету. Поэтому что мы можем сделать? Мы просто включим музон, а ее отпаяем, эту батарейку поставим, зарядим ту, включим музон, пускай она валит там несколько часов, сколько она сможет проиграть. И на максимально засекать время. Ну, в принципе, да, посмотрим, сколько она просто будет и играть. И при этом будем устраивать дикие танцы. Да. Теперь давайте посмотрим следующее. Разберем, как она устроена. Значит, внутри у нас тут на самом деле очень и очень простая схема. Вся колонка представляет из себя только вот эти два динамика, достаточно такими массивными магнитами. Вот этот вот ICR-18650 элемент, какой-то нонеймовский вообще, хрен пойми. Ты долго спать будешь? Мы ж тут смотрим. На что ты отвлекаешься? Значит, и вот эта вот плата. Вот. Вот вся колонка. Ты мог, вот кто-нибудь мог себе представить, что вот эта вот плата представляет из себя все. Здесь есть все. Для microSD, для USB, для флешки. То есть, где флешка у нас? Где клавиши управления плюс микрофон. Да, клавиши управления все здесь находятся. Микрофончик здесь находится для ответа. Кнопка включения-выключения, соответственно, вот она. Все, дело пошло, да? Что тут еще находится? Сам усилитель, Bluetooth модуль тут находится, вот он, да? И плюс к тому в этой же микросхеме, а вот здесь усилитель, вот под этими штучками здесь у нас находится усилитель. Поэтому антенка, может тут еще FM приемник даже есть, какая-то антенка или это от Bluetooth антенка? Наверное, это все-таки антенка от FM. Она улавливает китайские спутники. Китайские или китайские спутники, наверное, улавливают. Одно из трех-то, короче. А хорошо, что я в эту дырочку не полез отверточкой. Хорошо, что она сюда не влезла. А то я хотел микрофон покрутить. В общем, вот такая колонка. Сегодня наша задача была ее раздербанить, разобрать, посмотреть, что внутри. В принципе, мы это, в принципе, сделали. Вот оно все валяется здесь у нас. Вот все от нее запчасти. Вот инструменты. Специальную отверточку пришлось заточить для того, чтобы ее разобрать. Потому что здесь болтики были вот такие вот. Вот такой хламидос просто, да? А для тех, кто хотел бы поставить вот в это китайское произведение искусств вместо питающего элемента петарду «Черная смерть». Вот, ребята, я полностью за, поэтому жду ваших комментариев. Если мы наберем достаточное количество комментариев под этим видео, мы обязательно поставим сюда черную смерть.
Ну, это именно вот то, что он и хотел, чтобы мы ему сделали, да, когда отремонтируем колоночку, да, в принципе. Да, мы ее подключим, то есть черная смерть будет активироваться вот этим вот тумблером. Ты, а может, через Bluetooth пускай активируется? Мы ее включаем, отходим через Bluetooth, нажимаем кнопку, и колонка разлетается. Слушайте, как вам такая идея для разбирателя? Ну, а на этом все. Сегодня мы разбирали практически оригинальную колонку... GBLE. Что мы с ней сделали? Что мы с ней сделали? Что мы с ней сделаем, вы увидите в следующем выпуске. Что ж, друзья, подписывайтесь на канал, нажимайте лайки, жмите колокольчики, чтобы быть все время в курсе новых событий. С вами был Любомир, со мной был Владимир Москвич и Игорь Лыган. Всем пока! Короче, ребят, сейчас будет настоящее наебательство. Захожу такую куму и начинаю ломать. Запись идет. Своих денег она стоит, да? Черную смерть можно ставить... Ты надоел уже своей черной смерти. Все хочешь ломать. Черная жизнь. Короче, такое. Ну, такое.